Давайте сразу и начинать. Вовсю идет Евровидение 2024 года. Первый полуфинал уже состоялся, второй состоится завтра, 9 мая, а финал запланирован на 11 мая. Как вы вообще относитесь к данному мероприятию, вот к Евровидению? Смотрите или не смотрите? Нравится вам кто-то из участников или не нравится? В общем, как вы в целом это мероприятие воспринимаете? Я знаю, что в ряде стран Евровидение не транслируется, ну, по разным причинам, но, тем не менее, все это можно легко найти в открытом доступе, в том же YouTube. Так вот, смотрите или нет? Как вам вообще? Я сейчас вам расскажу кратко, о чем речь, о скандалах, которые были, и о своем отношении, которое, конечно, будет крайне субъективное, понятное дело, вот к этому мероприятию. Почему я прям вот так говорю мероприятие, а не конкурс? Потому что я не могу назвать Евровидение сейчас конкурсом в нормальном понимании этого слова. Это все, что угодно, но не конкурс. Это политические игрища, политическое представление, политическое шоу. Я бы, наверное, оставила вот политическое шоу, которое, ну, знаете, так пытается косить под конкурс. Именно пытается, но у него это не очень хорошо получается. Вот что-то такое, знаете. Потому что, когда я уже снимала видео на эту тему, когда я говорю, что Евровидение – это все, что угодно, но не конкурс, не песенный конкурс. Да, там есть, конечно, исполнители, которые исполняют песни, музыка, вот это вот все. Но это не то, что предполагалось с самого начала. Потому что первое Евровидение прошло, по-моему, поправьте меня, если я ошибаюсь, в 1954 году, и целью создания этого шоу было то, что оно призвано способствовать культурному объединению Европы после Второй мировой. То есть вот такой мирный, объединяющий, культурный, песенный конкурс. И может быть где-то, я понимаю, что это все-таки шоу даже с самого начала, но все-таки, да, где-то вот в начале это так и было, и мы с вами знаем, что Евровидение тех времен подарило нам много прекрасных исполнителей, много песен, которые мы до сих пор знаем, любим, много групп, ну и отдельных, да, тоже артистов-исполнителей, то сейчас это превратилось в какой-то адский политический спектакль. Вот опять же-то я так вижу. Ну и вот когда я об этом говорю, мне часто парируют, да, что это все равно песенный конкурс, неважно, что это, главное, что участники, сами артисты, да, не столько страны, сколько сами артисты могут представить свои песни, показать себя и вот это вот все. Но, ребят, давайте все-таки как-то более реалистично на это все смотреть. Артисты представляют не самих себя, а артисты представляют страны, от которые их туда, как говорится, посылают, да, на этот конкурс. Все-таки мы голосуем за страны, а не за саму песню, да, как бы, если бы это было неважно из какой страны, ну, тогда бы может быть. А здесь все-таки мы голосуем по странам. Так вот, ну, для меня после 22 года особенно, ну, и до этого тоже, честно говоря, ну, я уже как-то глаза закрывала, думаю, ну, ладно, время от времени что-то там поглядывала, потому что из каждого утюга это доносилось интереса ради. Не то, чтобы я там фанатом была, ни в коем случае. Но вот после 22 года, ну, просто когда были нарушены вообще все принципы, как то не вещать никаких политических лозунгов со сцены, это было строго запрещено, и кто это делал раньше, этих участников снимали с конкурса, то вот вдруг стало можно в 2022 году. А вот в 2024 вот это, да, антидругин, вот об этом мы сейчас поговорим, когда я буду рассказывать о шкандале на Евровидении 2024 года. Ну, давайте по порядку. Так вот, завтра, 9 мая, состоится второй полуфинал музыкального, прости господи, конкурса Евровидения 2024 года. За право выхода в финал, который, как я уже говорила, запланирован на 11 мая, финал, будут бороться 16 стран, в том числе
Израиль, Армения, Латвия и Грузия. После первого отбора, который уже состоялся, по результатам голосования в него уже попали Украина, ну, как говорится, кто бы сомневался, Хорватия, Финляндия, Словения, Ирландия, Литва, Люксембург, Кипр, Португалия и Сербия. Ну, понятное дело, что Россия участие в Евровидении не принимает с 2022 года после исключения Первого канала и ВГТРК из Европейского вещательного союза. Соответственно, российские телеканалы показывать конкурс не будут, а зрители из России не смогут голосовать. Ну вот так обстоят дела. Значит, как все это дело проходит? Евровидение 2024 года стало 68-м по счету конкурса. Ну, я тут кавычечки ставлю, вы меня не видите, ну просто знаете, я вот так пальчиками кавычечки тут машу. Значит, 68-м по счету это Евровидение стало. Значит, в нем принимают 37 стран участие. После более чем 30-летнего перерыва выступать на Евровидении будет представитель Люксембурга. Я когда вот увидела, мы тут рядом живем с Люксембургом, и я там работала, я удивилась, думаю, Люксембург, здрасте. Дело в том, что в последний раз страна выступала в конкурсе в 1993 году, а до этого они аж 5 раз умудрились победить. То есть это достаточно такая сильная страна была, да, вот на том конкурсе, когда он еще был конкурсом. Сейчас как бы вот. Значит, Люксембург, да, теперь тоже будет участвовать, там что-то, какие-то терки приключились, и они отказались от участия, и вот будут, значит, участвовать теперь. Однако ряд стран от участия в этом году, вот в этом, 24-м, отказались. В их числе Румыния и Северная Македония. Там какие-то проблемы с распределением бюджета, кто-то с кем-то не договорился. Поэтому не будет Северной Македонии, не будет Румынии. Значит, по правилам, там есть сейчас в 24-м году некоторые изменения, которые еще больше приводят меня к мысли о том, что это вообще мероприятие далекое от песенного конкурса. Ну, тут даже не песенное слово меня смущает, а в принципе конкурса. Так вот, в этом году организаторы Евровидения изменили порядок голосования в финале. Если раньше оно начиналось после выступления всех участников голосования, то теперь старт будет объявлен после выхода на сцену первого же исполнителя. Такое решение оргкомитет конкурса объяснил желанием повысить динамичность шоу и позволить якобы зрителям быстрее определиться с фаворитом. Кстати, надо сказать, что подобная схема, она не нова. Аналогичным образом голосование проходило в 2010 и 2011 годах. А вот онлайн-голосование для жителей стран, которые не принимают участие в Евровидении, начнется еще раньше. Так вот, что хочу сказать, да, ну как-то вот, на мой взгляд, это сильно нелогично, потому что, наверное, все-таки, ну, опять же, да, на мой субъективный взгляд, логичнее было бы оставить как раньше, то есть голосование начать после того, как все выступят, как говорится, можно всех посмотреть, правильно? Правильно. А сейчас, видите, первый выходит на сцену, и сразу можно голосовать. За кого, простите? Если только один участник выступил пока что. Мол, это значит динамичность шоу. Ну, понятно, я же говорю, всем насрать на этот конкурс. Главное – динамичность шоу. Главное – следовать политической повесточке. Но с оговорками, да, сейчас вот про скандалы скажу. Там прям антидругин просто во всей красе. Но представьте, вышел первый участник на сцену, зрители поскакали голосовать. Ну, это так тупо. Ну, вы понимаете, да? Что это за конкурс? Вы такое когда-нибудь видели вообще? Ну, это прям... Я здесь считаю, что вот этому оргкомитету как-то глубоко с прибором на то, что думают вот эти вот зрители, что они там голосуют вообще, господи. Главное повысить динамичность шоу, чтобы вот сразу там начали тыкать на кнопочки, что-то какие-то действия начали происходить, и вот как-то повышался интерес, ну, наверное, с их точки зрения. Но опять же, если мы говорим о конкурсе, понимаете, ну как это вообще можно представить? Ну, давайте представим любой, ну, не знаю, другой конкурс, вообще другой, ну, математика возьмем, да, и вот у вас 10 конкурсантов, и, значит,
поэтапно проходит этот конкурс. То есть вот три конкурсанта в этот день, ну, допустим, международный, да, там в зависимости от времени и все такое. И вот, значит, они пишут свои работы, что-то там решают, одинаковые задания, и отдается это все дело жюри. Допустим, это все растянуто на неделю. Здесь три конкурсанта, значит, сдали свои работы, тут один, а там из той страны еще третий. Ну, вот это все должно, по идее, быть собрано в одну кучу, все это дело проверено, и тогда выносится какой-то вердикт. Да? Но здесь нам предполагается выступать в роли этого вот жюри. У вас поступило только три работы, и вы уже определили, кто, за кого вы проголосовали. Но это ведь тупо. Или нет? Или, не знаю, конкурс пирожных, тортов, тортов точнее. Вот у вас три торта из десяти, и вы уже говорите, вот этот. Ну, то есть, понятно, что здесь как-то проще, да, если вы голосуете по... там математические конкурсы, но если вы выступаете в роли жюри, то здесь зритель как бы выступает, каждый зритель, каждый, кто будет голосовать, каждый голосующий выступает в роли вот этого арбитра, вроде, в роли вот этого жюри. Он еще не видел остальных конкурсантов, но ему уже как бы полагается голосовать после выхода первого же исполнителя. Ну, вот тупее ничего придумать нельзя. Еще раз повторюсь, что это меня утверждает в моем решении, что всем почихать, кто там что думает, кто там за что голосовать собирается. Главное, чтобы шоу было шоу, главное бабки и политическая повесточка. Больше ничего. Причем и политическая повесточка используется для оборота бабла. Так, ну давайте теперь посмотрим, что у нас там говорят букмекеры, то есть какие они ставки на кого делают. У нас тут тоже активно это все дело обсуждается в наших соцсетях, в наших газетах, я имею в виду французских, да, мы, французы, активно это все обсуждаем, но там, конечно, смех и грех, я вам даже переводить не буду, там прям все как-то детально, как-то, знаете, такое прям придается этому прям значение, вот кто там что выступил, там кто-то выступал какую-то песню, что-то с магическими какими-то этими пели, то ли не помню, какая страна, не суть вообще, то ли Швеция, то ли какая-то, и, значит, о, там какие-то там теории понастроили, что вот, вот эта магия, там хераги, в общем, такой бред, боже мой. Я пыталась, честно, почитать, перевести вам, ну, даже напрягаться не буду и вас не буду напрягать. Так вот, очень кратко, да, значит, что говорят букмекеры? Главным фаворитом, если вдруг кому интересно, букмекеров на грядущем, то есть, ну, вот, в финале, да, Евровидения выступает Хорватия. Второе место они отдают, это 16% примерно букмекеров, они на второе место ставят швейцарского артиста, то есть швейцарского. Там, по-моему, Немо какой-то выступает. Ну и Украину, конечно же, куда же без нее, которая в этом году представляет женский дуэт. Вот тот самый, который вы видели, одну из представительниц вы видели на заставочке. Так вот, ее ставят на четвертое место. Хотя до первого полуфинала страна входила в тройку фаворитов. Ну, соответственно, первый полуфинал прошел. И сейчас вот считается, что предположительно Украина может занять четвертое место. Ну и, соответственно, на победу исполнительницам от Украины дают букмекеры 8% на победу в Евровидении. Ну, посмотрим, какое место займет Украина. Ну, понятно, какое-то ближе там, к третьему, к четвертому, где-то там, где-то там. Ну и про шкандаль, как обещал. Значит, крупнейшим скандалом, да? Вот опять же в копилочку мнения того, ну, моего мнения, мнения других, которые разделяют тоже мое видение этого мероприятия, что это все-таки политическое шоу, песенное, но политическое. Так вот, слушайте сюда, значит, крупнейшим скандалом, развернувшимся вокруг Евровидения в этом году, стал вопрос участия в конкурсе Израиля. Сначала на фоне вооруженного конфликта пользователи социальных сетей начали требовать от организаторов дисквалификации этой страны по аналогии с тем, что, собственно, произошло с Россией, да, 2022 года.
И надо сказать, что представители финской музыкальной индустрии даже составили петицию с призывом отказаться от участия в случае, если Израиль все-таки представит на конкурс своего исполнителя. Кроме того, авторы вот этой вот петиции выступили с критикой местной вещательной компании, обвинив ее в двойных стандартах, так как именно Финляндия первой призвала исключить из конкурса Россию в 2022 году. С требованием запретить Израиль выступать на Евровидении также выступила представительница Франции, которая участвовала в конкурсе в 2023 году, то есть в прошлом году. Однако, в этом конкурсе со старой доброй песней «Вы не понимаете, это другое» безоговорочную победу одержали организаторы этого же конкурса, заявив, что вот этот вот конкурс не имеет политического подтекста, а участие в нем принимает не правительство, а общественные телевещатели. Ну вот как-то так. Понятно, да? Конкурс не имеет политического подтекста. Ну, не имеет конкурс политического подтекста. Ну, неужели сразу непонятно? С 2022 года, еще когда Россию исключили. Вот. Ну, я же говорю, песня старая, добрая. Вы не понимаете, это другое. Вот эта песня побеждает с 2022 года. Вот это. Вы не понимаете, это другое. Наша с вами любимая антидругинная песня. Вот она. Так вот, вторая волна, да, это еще не все, вторая волна шкандаля началась в конце февраля этого года после отказа принимать к участию израильскую песню, в которой внезапно был политический подтекст таки обнаружен. Однако израильский телевещатель заявил, что менять текст не будет. Позже страна отправила на согласование вещательный союз другую песню, но и ее отклонили. А ну быстро угадайте, почему? По политическим мотивам. В конечном счете, несмотря на заявление Израиля о планах отказаться гордо от участия в случае, если песни не будут согласованы, Израиль таки утвердил третий вариант песни, собственно, с ней радостно и выступает. И, значит, по поводу России. Да, вот есть еще информация, значит, какую альтернативу конкурсу вот этому вот Евровидению планирует Россия. В ноябре 2023 года министр культуры объявила о плане создания международного музыкального конкурса «Интервидение». Конкурс с таким названием существовал когда-то в советские годы и даже проводился международной организацией радиовещания и телевидения, и участие в нем принимали исполнители из разных стран. В основном это Восточная, Северная Европа, Центральная Азия, Африка и Латинская Америка. Ну, то есть, вот эти страны. И по заявлению гендиректора Первого канала, вот это вот интервидение не будет иметь никаких политических ограничений и влияний, станет свободной трибуной. И вот посмотрим, как это все будет в итоге дальше реализовываться. Да? Как это будет дальше реализовываться, я имею в виду и само интервидение, и евровидение. Ну вот, вот такие новости. Что думать по этому поводу?